Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в финалочку на серии Amazon Roleplay первый сервер. Муник здесь, Кирилл Красава. Так, чуваки, такая будет, не знаю, может, пилотная серичка просто. Давно не было серик на Амазинге. Ну, я не знаю, чуваки, я реально не знаю, что снять можно, в принципе. Да и скоро разбанят мой аккаунт. Кто в моей группе официально есть в ВК, тот знает, что скоро разбанят аккаунт. Когда именно, я вам не скажу, но это будет очень скоро, прям очень скоро, вот прям, прям очень скоро. Короче, сейчас поедем, я хотел вообще на мустангах номера получить, но, блин, уже время, я думаю, если я днем, блин, не могу номера получить, то, понятное дело, в такое время я точно не получу их, потому что выдача номеров там, по-моему, до 9 или до 8 даже, поэтому варика даже нету. Давайте чувака подвезем, наверное. Я думаю. В принципе. Надеюсь, у нас тачки не выкинет. Не. Давайте его подвезем. Не знаю, правда, куда, но подвезем. Окей. Давайте в батарею отвезем его. Заплачу. Да я и так могу отвезти. Мне без разницы. Кстати, я VIP купил. Теперь я могу Audi брать. Просто охрененно. Я, кстати, в черный цвет покрасил. Не знаю, я говорил это или нет. Ну, синий мне не сильно зашел, короче. О, академик едет, ебать. Нихуя себе. Ну да, шутки, блядь, за 90, конечно, да, такое дело. Сейчас доедем, в принципе, отвезем этого чувака. Так, давайте проехать, пацаны, спасибо. Так, на наш склад там напали, кстати. Сейчас я чувака этого подвезу. Какой-то ПГшник саный, блин. Да, не нужно было, в принципе. Ну ладно, бабки все равно не помешают нам. Сейчас довезем его до вокзала и поедем в склад. Поможем очистить от бандитов. Так, вот я приехал на ВЧ. Сейчас будем смотреть, кто тут бандит. Кто не бандит. Так, вот здесь бандиты есть, я так понял. Сейчас мы с ними разберемся, наверное. Не, они уехали, короче. У меня даже оружия нету. Так. Мак и гун. 200 патронов дигла, короче, сделаем. Посмотрим, что там у нас в середине. А, все нормально. В середине, короче, все нормально. Ну ладно, я думал, зачистить надо будет. Но, увы, не нужно. Ку-ку. Здоровки. Помнишь? Тимби Релкин, привет тебе. Так, есть ОПГ в складе. ОПГ? Не, нету, но там кто-то приземлился, я видел. Нас, кстати, много. Готовы. Пацан готовый. Так, мы, походу, сбили самолет. Сейчас будем отбиваться от этих ОПГшников, или кто там вообще в вертолете сидит. Либо они похудохнулись. А, вот они. Вот они, короче. Так, давайте ловите вот этого зайца, блядь. Так, вот у нас тут. Ага, господа, идите сюда. Опачки, ОПГшник. Так, надо его убить. На, на. Сука. Бать, он паркурист, я ебу. Он в ФК вышел или из игры вышел? Я не увидел. Что-то нас жестко атакуют. Прям пиздец. Один вертолет мы сбили, походу, да. Вроде бы как. Стой. Это что? Так, что там? Читер. Ты бачил, как он... Да, видел. Видел. Во, там этот, мафия. Давайте его замочим.
Мы навряд ли мы попадем с такого расстояния, но попробуем хотя бы. Ага, тут один, сука, крыса есть на складе. Вот ублюдок. Офнулся, короче. Надо автомат еще взять. Нужен автомат еще. Столько патронов, я думаю, хватит. Два коржа, в принципе. Кью-кью. Так, скриншотик сделаем, в принципе. А, он уже на девятку поставили, точно. Я забыл. Как жизнь? Нормально. Нормально жизнь. Записываю новый видос. Так, давайте выходим. Сейчас, может, найдем еще кого-то здесь. Из хитрожопых пацанов. Здесь вроде никого нету, как я понимаю. Вроде мы все зачистили. Евгений Фоксит, привет тебе. Так, походу никого больше нету, к сожалению. Кстати, я хочу записать видос про эту BMW. Надо будет сделать, когда людей будет мало. Что? Да что это такое? Чё? Дай денег. У самого, как бы, не очень. А, дай дигл. Окей. Передал оружие. Так, короче, сейчас я возьму ауди, пройдусь по территории. Посмотрю, может, где-то они здесь есть. Эти бандиты. Бандиты. Может, они где-то здесь есть. И мы их выловим чисто. На каждом. Так, вот эти чуваки здесь бегут. Чё мы забежали сюда, а? Чё мы забежали? Просто сейчас его сольем по бурику. Давай, давай, давай. Давай. Ну, один выстрел ему остался. Ах, ты сука. Здесь, минус один. Давай, 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 иди сюда. Так. Давай, убивай его. Ты сучонку эту. Есть. Готово. Спасибо. Спасибо. Так, двоих. Не за что. Двоих мы только что хуянули, короче. Нормально так раздали. Ну, я не один, конечно. Не, я бы убил, наверное, того, у него оружия даже не было. Но все же. Сука, ты от меня заебал уже. Так, сейчас мы будем преследовать чувака на скутере. Как я понял. Там вон сзади, по-моему, перелазят, суки. Надо больше забора стоять, охранять. ППСник, в принципе, с нами. Так, бобики. Вон он поехал. Да назад ехать. Он назад поехал. Ну, конечно, с ППСником нормально сработали. Так, где он там? Ты скутерист. Ух ты, ёбаный в рот. Здрасте, я ваша тетя, нахуй. Иди сюда, мой родной. Есть. Минус один. Давай. Просто выносим всех нахрен. Вообще нормально. Правда, у меня лапаш разбит, но то все хуйня. Так, а где ППСник делся? Ладно, похрен, поехали туда дальше. Наверное, либо уфнулся, либо хрен его знает, короче. Вообще возле забора надо стоять, чтобы таких ловить. Бать, чувака, блюждальчик, ОПГшники, такие сюшки приехали, блядь. Три человека просто их выебали вообще щели, блядь. Это я понимаю, нормально. Это просто я понимаю. Ну я вообще как бы должен охранять территорию, я... У меня тех ВВ, я, честно говоря, не ебу, что это означает, но я должен охранять, типа... Территорию, там все дела, шуры-муры там и так далее.
Ну, думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сервер, играйте и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.